Здравствуйте! Вы смотрите «Гороскоп Зурхай» на ТВ. Меня зовут Дон Доплома. Сегодня 20 октября, четверг, 25-й лунный день. День хорош для людей, родившихся в год тигра, кролика, обезьяны и курицы. Очень хорошо в этот день почитать три драгоценности, совершать подношения вдацан и ламам, строить дуган, субруган, завершать начатое дело, проводить обряд джапты, ставить закваску, а также проводить похороны и поминки. День неблагоприятный для людей, родившихся в год коровы, дракона, овцы и собаки. Не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу к разочарованию задуманной не получится. Стрижка волос, ухудшение зрения, к усталости. И помните, настоящая ответственность бывает только личной.